Ну-ка, ёпта, как слышно? Ну-ка, ёпта, как слышно? Хова,
Всем привет, приветствую всех, кто сейчас на стриме. Вот, значит, решил все-таки пройти дополнение к Outlast, потому что решил, ну, это не дело, значит, Outlast прошли. Дополнение сыкую, что ли? Нет, не сыкую. Сейчас я это вам докажу. В принципе, это все причины, по которым я решил, ну, собственно, пройти его. А, ну еще меня просили, да. Многие, кто меня смотрит, попросили все-таки пройти его до конца, потому что все-таки это дополнение раскрывает некоторые тонкости основной части, ну и все дела. Ладно, давайте начнем. Сейчас я музыку отключу. Играть будем без музыки, потому что атмосфера в рот ее. Да. Так, сейчас надо прибавить звука. Оба. Вот, да, вот так. А игру видно? А игру не видно, потому что пока что ее не... Вот сейчас должно быть видно. Так, что по настройкам у нас? Сообщение, руководство. Отразить субтитры поставим. По графике все на максималках. Гамма на троечке. Самая высокая, потому что сыкую. Да и не видно ничего. Фу, так. Я ничего не забыл? Вроде ничего. Давайте. Нормальная, высокая, кошмарная, псих. Нет, нормальная. Только на нормальную. Только на нормальной буду играть. Откройте эти глаза, вам можно не просыпаться, просто откройте глаза. В чем дело? Кто-то ударил вас? Сюда, позвольте помочь. Ебать ты стрёмный. Ну, сразу видно, играю в Outlast, ебать. Я типа здесь, да, это звучит как настоящая беда. В морфогенетическом двигателе говорят, что Хоуп усовершенствовал что-то там, Билли Хоуп, черт. И они этому не рады. Черт. Ну давай же. Ой, да ладно, закрой глаза просто, да и все. 2 часа назад. А, мы не знакомы, но я уже Ага, он пишет то письмо, которое мы читали в самом начале игры. То есть мы сейчас будем именно за него играть, да? За отправителя этого письма, из-за которого в первой части наш главный герой приехал в Маунт Мэйсив. Ну и вследствие подох. Ярик, ты письмо... Да в смысле, бля? Сделал модератором, называется. Нажмите левая кнопка мыши, чтобы послать e-mail. А я нажму правую, я пойду против системы. А, не работает. Кто здесь? Не, никого. Так. Так, ебать, чё с чувствительностью-то, ну? Вот так вот даже, наверное.
будет нормально. В принципе, вроде бы как нормально, но можно еще даже поменьше. Вот, вот так. Во! Парк, они уже три раза вызывали у вас. Там что-то срочное. В морфогенетическом кондиционировании? Чё, блядь? Так, зачем я им нужен в морфогенетическом? Что за отражение, блядь? О-о-о! Ладно. Притворюсь, что я этого не видел. Подожди, документов здесь никаких нету, да? Так. Я, получается, сразу в лаборатории, да? Начали с того, с чего и закончили. Так, ну-ка. А? Нет, не сюда. Тут это. Что-то выходит, пацаны. Что-то шипит. А он так не должно быть. Марина Solutions. Марина Solutions, короче, не знаю, что это. Крис Уэйлен, поспешите, вас уже ждут. Так. Пациент уже на подходе, получают. Что-то они тут разговаривают. Так. Я чё, прям пройти могу или мне? Чё, прям войти, да? А, нет? А чё тогда? А. Чтобы починить морфогенетическое кондиционирование. Давай. Парк, наконец-то, где же вы были? Функциональный интерфейс изображения не отвечал на АСЛ. У нас пациент, который 30 секунд в отключке. Я не могу позвонить в камеру, попросить что-то там. Нет, мне нужна еще одна оценка функционирования. Мистер Парк, все починить. Мы даже не успеем опомниться. Да, ведь, мистер Парк? Да, да, естественно, я же, ебать, этот... Информатик, нахуй. Или как? Программист. Мы счастливы, не так ли? Да, не так ли? Томография все еще не четкая. Вы сомневаетесь в нашем друге Вейлоне Парке? Я считаю, это более чем недружелюбно относиться так к его опыту в программировании и осуществлении преданности к нашей компании. Блять, я не успеваю читать субтитры слишком быстро, они тараторят как черти. Он освободился, хватай его, бля! Здесь высоко. Да все, все, спокоен, я спокоен, чё, блядь, я аж первую часть проходил, меня этим не напугать. Быстрее, мистер Парк, нужно будет повернуть голову, если мониторинг... перфузии не будет активен, когда не положит его в двигатель морфогенетического кондиционирования. О, вот и наш Билли, ебать. Стираем плоскость чего-то там. Закончили, мистер Парк? Можете идти, не ожидайте ничего, кроме честной оценки вашей работы в моих отчетах. У вас есть журнал чего-то там. Так, журнал. Заметки, документы, пока что ничего нет. А надо было бы сделать пару заметочек, блять, после увиденного. Тут такая дичь творится. Так, ну-ка. Хоба! А дверь я все еще открываю как адекватный человек. Что ж, это радует. Тут у нас чего? Тут у нас заперто. А тут? Ну, я думаю, нету смысла проверять остальные двери. Отсюда мы, да? Кто-то рассказывал истории за пределами чего-то там. На пол, вниз, держите руки, чтобы я их видел. Блять.
Мистер Вейлон Перри, контракт на оказание консультационных услуг 8208, инструмент разрешен суд безопасности третьего уровня, закончил с отличием университет Беркли, но все еще недостаточно умен, чтобы понять последнее, что мука должна делать в паутине, что муха должна делать в паутине. Настолько глуп, что думает, что заинтересованного ноутбука маршрутизатора и бренд-баузера будет достаточно, чтобы обмануть ведущего мирового специалиста. Тупистый, мистер... Да сука, я не успеваю! Уёбок, ты можешь говорить немножко помедленнее, своими губёжками перебирать? Я не успеваю читать, ты можешь это понять? Сказал, да, мистер... прекрасно. Мне это не послушалось. Вы только что сказали, что будьте добровольцем программы морфогенетического кондиционирования. Это то, что я услышал, мистер Блэр. Это очень храбро с вашей стороны, Вейлон. Корпорация Америков и непрерывно двигающийся прогресс ценит вашу храбрость и жертву. Вы можете назначить мистеру Парку легкий анестетик. Раунд, блядь, с удовольствием. Господи, моим картавым голосом это просто невозможно читать, сука. Блять, пнул. Он просто взял и пнул меня на. Ну, в любом случае, это гуманнее, чем отрезать пальцы. О, аллилуйя. Ой. А, нет, нет. Чё тс, ебать? Чё тс? О. Вы это слышите, не так ли? Вы слышите? О, о, веселушка. Чё? А, свет погас, ясно. Я думал, я слеп. Почему я хожу под наклоном? А, это не я, это экран так расположен, ладно. Камера. Да-да, естественно, первым делом, что я сделаю здесь, это возьму камеру. В этом ведь так много смысла для программиста. Если я умру. Я облажался, о боже, где я? Наверное, прошли часы или даже недели. Мозг набит электричеством. Они заставили меня смотреть на двигатель морфогенетического кондиционирования. Мне не нужна помощь, но нужно позвать на... Мне нужна помощь. Нужно позвать на помощь. Лиза, прости меня. Даже если я умру, ты найдешь меня. Я знаю, что ты не успокоишься, пока не отыщешь мое тело. Надеюсь, ты найдешь эту камеру вместе с моим телом. Надеюсь, информация сделает то, что я не смог. Раскроет всю правду. Лиза, дорогая, прости меня, я облажался. Я думал, что делаю все правильно, но я тупо облажался. Да ладно, блядь. А, документы? Нет. Кстати, интересно. Хотя бы в этой-то части игрок выживет. Вы думаете, вы там в безопасности? Как мило, очень мило, блядь. Я вскрою тебя. Вскрою и покажу, заставлю мурлыкать. Подожди меня там. Я уверен, ты это не про меня. Ну-ка, батарейки. Ой, ебать, реально батарейки. Ну-ка, а тут есть батарейки? Похоже, что нет. О, веселушка. Ты без наблюдателей, заходи. Да, я без наблюдателей, пацаны, сейчас зайду, конечно. Присоединюсь к вашей тусе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, в смысле? А куда? А как? Ебать, а в смысле? А, да как, блять, как? Как я должен это был сделать? А тут заперто, я ничего не умею. А, вот. Р-
Ран. Да ран, говорю. Наш любопытный Том пришел присоединиться к нашему сеансу терапии. Да, конечно. Вот, возьми нож. Прорежь-ка нашего дружка, прикрась ручки красной. Всегда полезно выражать свою личность. Если держать это в себе слишком долго, можешь сделать что-нибудь, о чем будешь сожалеть. В самом деле, ведь это именно так работает. Нет? Ты один из них? Слишком хорош для таких, как мы? Думаешь, ты другой? Какой-то особенный? Здесь нет наблюдателей. Либо ты берешь один конец ножа, либо другой. Или гуляй. Сейчас убирайся отсюда, пока я не передумал. Подожди, ты какой-то знакомый челик. По-моему... А, нет, они все такие. Так, ладно. У вас тут, случайно, батареек нету, не? Продолжаем, собственно, охоту за батарейками, потому что куда ж без них. Ну-ка. Экран Ярик. Ярик, допустим, да, тупица, ха-ха-ха. В смысле тупица, ха-ха-ха? У меня опять половина комментариев, блядь, не показывается. Ну что же это такое? Короче, комменты на телефоне вообще читать нельзя. Им нельзя доверять. Я вижу, что ничего не написано. На самом деле написано уже 20 тысяч комментариев. Ебать. Чё-то это... Игра не разворачивается. Ну-ка. А на стриме что видно? А на стриме я просто вожу мышку. Серьезно, нет? Алло? Алло? Ёбаный враг. Чё? Всё, игру нельзя сворачивать? Серьезно? Чё за... Пацаны... Не отвечает. Ну классно, чё. Сейчас, блядь, перезапущу. Ой, всё. Ну-ка, сейчас, секунду, пацаны. Ну-ка, ебать, вот так вот сделаю. И быстренько перезапущу. Буквально вот секунду. Уже перезапускаю. Салют. Alt F4 не можно вызвать диспетчер задач. Ну, в принципе, и то подходит. Да, ты модер, макарошка, ты модер. В смысле новый? Нет, продолжить. Ну-ка, стоп. Ёпта, ну-ка. Графика. Если я поставлю вот так вот, это поможет? По идее, да. Тогда придется играть в окне. Зато она не зависнет. В окне теряется атмосфера. Ну ёбаный копай. Ну-ка. Разрешение. 16 на 10. А почему она такая... Такая не очень... Ну-ка. Видно? Вроде видно. Чё-то мне кажется, что это какая-то хуйня. Так. Ладно, фиг с ним. Давайте в полноэкранном. Надеюсь, больше это не повторится, потому что... Если повторится, то в рот его ебать. Чё за плачущие смайлики? Так. А, блядь! Топовый ты уёбок! Иди ты нахуй! Ебать! Ты дурак, что ли, какой? Куда идти? Куда идти? А?
А, все. Сука, нельзя ж так пугать. Я, блядь, отошел, что-то там копаюсь в компе. Буквально на секунду начал двигаться, и меня... А, вот, все, нашел. Плохая идея. Мы выберем через ресепшн и что-то там. Если они доберутся сюда вовремя, нам нужна помощь прямо сейчас. Если мы сможем связаться с ними по радио Национальной гвардии, мы успеем. Коротковолновая связь, если в тюрьме есть электричество, значит, у них есть все необходимое. Мерка все под контролем. Ага, я заметил, нам нужно добраться до этого радио. Ой, короче, на... можете сами почитать, а то я, блядь, не успеваю вообще. Радио в тюрьме. Здесь есть радио в тюрьме. Коротковолновое. Если оно электронное, то я заставлю его заговорить для меня. Есть надежда для меня... ну да, для меня. Есть надежда, Лиза, я вернусь домой к тебе. Моей ошибкой было бы было вероломство, как ты всегда говорила. Я думал, что слить информацию нескольким журналистам будет безопасно. Я не хотел привлекать внимание. Мерков – опасное место, я знаю это. Я считал, что нужно быть незаметным и ради тебя, Лиза, и ради мальчиков. Но все же нужно было разоблачить Мерков и рассказать всем и вся, что здесь происходит. И я не могу просто умереть, по крайней мере, не раньше, чем доберусь до радио. Теперь они не смогут это скрыть. Вся система рухнула, и здесь слишком опасно. Да, пиздец, что тут творится, я согласен. Гражданская оборона модеров где? Не знаю. Ты на меня не набросишься, я надеюсь? Так, ищем батарейки в темноте. Так, ну видно, что дополнение однозначно для тех, кто уже играл. А может, не надо? Что бы ты ни делал, просто забудь о моем существовании. Мне кажется, я его бешу. Давай я вот так вот сделаю. И на этом мы закончим наше общение. Так, ёпта, батарейки-то... Сука. Закрыто. Чё это за отражения такие дерьмовые? Я не... А, это типа... Чего? Блять, это так странно выглядит. Я как будто обкурился чего-то. Так, батарейка есть? Нет? Ну тогда я побежал. Я доктор, мне нужно домой к моей военно-охране. Я просто пациент, как вы? Я сорвал эту одежду с... Трупа, которого я нашел. Вы должны дать мне уйти отсюда, пожалуйста. Просто нажмите на кнопку. Откройте дверь, мы сможем вместе выбраться отсюда. Я знаю, что ты мне пиздишь, но я тебя выпущу. Я добрый. Я добрый псих. Опа. О! Хе. Нет, я просто долбоёб. Все вы докторы и лжец. Вещи, которые вы видите, что вы видите? Что вы видите? Блять, ну я вижу, как ты только что убил человека. Тебе бы задуматься, просто ли так ты находишься здесь? Сейчас что-то будет, да? А, ну камера открылась, все правильно. О, так, спокойно. Опа! Сосай, куда сай? Еще один идет. Еще один идет. В смысле, еще один идет. А там чё, выход? Да ладно, да ты чё? Это получается, они средь белого дня. Прям на первом этаже, прям не в подземелье, ёпта, проводили эту хуйню. А, документы. Отставка Вайлона Парка. О, это мы.
уход в отставку по психическому состоянию здоровья. Миссис Грант, в ближайшие недели вы можете получить запросы о предоставлении информации от ГЖИ Лизы Парк из Уэдвилла, штат Колорадо, касающиеся отставки и госпитализации ее мужа Вейлона. Если получите, пожалуйста, перешлите их мне. Мистер Парк, бывший контракт на оказание консультированных услуг 8208, подал в отставку из-за невыявленного ранее психического заболевания. Я лично навестил Гжу Лизу Парк. Госпожу, короче, я понял. И ее сын и сообщил им эту тяжелую весть. Конечно, успокаивая их тем, что специалисты из компании психиатрических исследований Мериков с радостью предоставят лечение. Госпожа Парк не очень хорошо отзывалась обо мне и корпорации Мериков. Я заверил ее, что, воспользовавшись своими полномочиями, она, конечно же, может попытаться вступить в борьбу с докторами, диагностировавшими болезнь ее мужа, однако, если обнаружит, что он ушел в отставку под ложным предлогом, его страховку аннулируют, а на семью будут взвалены значительные долги здравоохранения. Надеюсь, она поняла. Но если она все же будет настаивать на том, чтобы создать неприятности или попытаться обойти меня стороной, пожалуйста, дайте мне знать. Это случай, о котором я хочу позаботиться лично. Ваш Джереми Блэр. Вот сука, вот пидор. Доктора больны. Так. Я никогда не видел умирающего человека раньше. Никогда не видел мертвое тело вне гроба. Сегодня десятки убиты. И даже хуже. Я смотрел одному человеку в глаза в тот момент, когда другой разрывал его на части. Утверждал, что он врач, потом увидел, во что меня одели, и изменил свою историю. Сказал, что он пациент. Мог быть и тем, и другим. Они все здесь сумасшедшие, все больные, теперь между ними нет никакой разницы. Терапия распространяется, и что же я сам такое? Я смотрел, как умирал тот человек, и только думал, спасибо Господи, что это не я. Я знаю, что придет день, и я умру, но я не хочу быть убитым. Так, что-то у меня подозрение, что со стримом опять какие-то неполадки. Ну-ка, ёпта. Опа. Вот так вот быстренько сделаем. Нет, все в порядке. Отменить. Все, продолжаем. Опять все заснимем. Все. Батареечка. Если есть хотя бы 3 батарейки в запасе, то уже не страшно. А лучше 5, а лучше 10. А лучше еще больше. А, заперто, ясно. Так, тут вроде бы больше нет ничего, да? Хорошо, пойдемте дальше. Батарейки есть? Вроде нет. Я слышал звук бензопилы. Так, ну туда мне надо. А что у нас здесь? Здесь у нас тоже что-то есть. Наверное. Это не точно. Ебать тут погром, а? Вы посмотрите. Так, я понял, давай-ка назад. Я еще тут не все обсмотрел.
Батарейки нету. Давайте тогда сюда, что ж поделать. Чел кого-то хавает. Когда успел-то, ёпта? Это же недавно началось, ну? О! Ясно, у нас тут повар. Аккуратненько. Ага, с бензопилой. Все ясно. Он ёбаный псих. Ну-ка. Так. Если я долго чего-то не говорю, вы пишите в чат, потому что есть большая вероятность, что я забываю включить микрофон обратно. А-а-а, сука! Ты нормальный? Вроде да. Не смотри на нас, я люблю его. Ваше наказание. На кухне каннибала. Не проси показывать мое тело, Лиза. После моей смерти, когда ты закончишь судебный процесс против армии юристов и корпоративных наемных убийц Мериков, после которого сможешь завладеть этой видеозаписью. Не заставляй их показывать мое тело, просто похорони или сожги. Пусть мои сыновья запомнят меня целиком. Этот человек ест человеческую плоть. Он смотрит на меня, и я вижу гнев. Немного желания, но больше всего голод. Пожалуйста, не заставляй их показывать мое тело. Потому что, возможно, я уже, блядь, фрикадельки в супе буду к этому времени. Каннибал, каннибал. Но он же не может быть вечно голодным. Правильно? Это физически невозможно. Если бы он мог быть вечно голодным, он бы ел, 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 ел и лопнул бы нахуй. Из этого я делаю вывод, то, что он не может быть вечно голодным. Так. Сюда можно забраться? Нет? Нет. Аккуратно, экономим батарейки. Так, где? Опять-таки все заснимем. Я сделал это, я думаю, здесь безопасно. Можете забираться. Я иду, Купер, просто нужно закрыть. Иду, подожди. Безопасно, говоришь? Крематориум. Бля, крематорий. Эта дверь открылась, если снять наручники. Логично, логично, да. Так, сюда нам. Тут заперто. Ну все ясно. Психопат вышел на охоту. Вот этот псих точно меня убьет. Ну охуел что ли? Ты чё такой глазастый? Сука. А, давай-ка вот сюда. Отсюда. Опа, давай, 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 давай.
Но нет. Только не открывай. Давай, давай. Допустим. Допустим. Телефон-то нужен еще? Секунду. Так, продолжаем. Вкусный борщик. Да-да-да, вкусный борщик. С мяском-то, конечно. Нет, ты долбоёб? Нет, ты долбоёб? Вот ты мне скажи. Я так думаю, что да. Сюда идет. По-моему, он очень сюда идет, прям. Так, что делать-то мне? Я не очень это понимаю. Тут лампа. И чё? Ай, ебать, дырка в стене. Даже так. Ты дружелюбный сосед? Конечно. Don't scare it. Не, давай, не пугаюсь. A secret? Do you eat? You look like you have an itch. You want to help you. Ты поможешь мне? Just a moment. I just need to... Ты просто... And each look, so let me just, I need to tell you a secret. Да давай ты мне этот секрет ебучий. А, все ясно. Все, я тебя понял. Как ты вообще меня видишь-то, блять? У тебя I don't eat, чтобы это не значило. Это ты сделал, да? Психопат? Да, психопат. Ну, как бы ясное дело, что... А? Ясное дело, что психопат. Главное, чтоб не этот с пилой, блядь. Так, объясните мне кто-нибудь, почему в первом Outlast было много зрителей, а не... А на DLC никого нет. А я не знаю, блядь. А я не знаю. Ты это. Ты же модератор теперь. Давай спам ссылками, блядь, везде. Чтобы было больше зрителей. Мало зрителей, потому что о нас никто не знает. Это шутка, если чё. Везде не спам. Спам только друзьям и знакомым. Эй. Выбор половой принадлежности в лечебности Mount Massive. Относительно формы, весь ниже служащий материал следует преобразовать в соответствии с формой
судебным присмотром в виде компенсации продолжающегося судебного процесса. Автор это Срисканда. Ой, блядь, иди нахуй. Этан, просто Этан. Заметки. Это ходатайство представляет собой обращение за конкретной юридической консультацией по продолжающемуся судебному процессу Мелиссы Чо против благотворительной психологической программы Мерков США. Первоначально подданному в 2010 году на момент отставки миссис Чо психиатрические эффекты двигателя морфогенетического кондиционирования на работниц женского пола уже были хорошо известны. Уже более 7 работниц и пациентов были убеждены, что они беременны, они сделали аборт за несколько недель до выкидыша несуществующего ребенка. 5 абортов со смертельным исходом. Женский персонал перевели на верхние этажи, затем в другие здания. И в конце концов полностью убрали из лечебницы Mount Massive. Высокий уровень секретности проекта Валь-Ридер повлек за собой перераспределение и увольнение, что в результате вызвало ощущение несправедливости у нескольких отстраненных сторон. Миссис Чо удалось получить постановление суда, позволяющее ей заполучить документы с подробностями об увольнении. В целях обеспечения удовлетворительной информации эти документы должны быть обработаны и подписаны задним числом, не ставя под угрозу секретность проекта. Ждем дальнейших указаний. Фу, ебать. Очень трудно говорить, потому что нос забит. А что с этим делать, я хуй его знает. Извиняюсь. Так, и чё? И чё? Это я сейчас назад вернусь, да? Стоп. Знакомое, мать его, место. Все, я понял, где. Где этот псих... Ах ты, сука, как же ты там появился-то, ну? Иди в пизду. Вот откуда он там появился, а? Вот ты знаешь, я не знаю. А в чем проблема-то, ёпта? Ушел он. Перелезь за мной, да и все. Ключики. Закрой нахуй. И желательно это обратно наручниками это пристегни, потому что ключик-то только у тебя. Больше всего никто не пролезет. Хотя здесь, наверное, больше мирных психов, чем психов. Батареек вроде не видно. Это, кстати, печально. Так, эту хуйню я двинуть могу? Нет, не могу. А? Нет. Крематорий. Ебаторий. Так. Тут чего? Тут у нас тупичок. Не может же быть этот тупичок без батареечки. Правильно я понимаю? Или неправильно? Весь смысл тупичков в Old West в том, что здесь, блядь, должны быть батарейки. Из радио может вынуть, а? Стопудов они там есть. Так, ну ладно. Я все равно найду свои батарейки. Как бы от меня... Что делать? А, блядь, тупая мать! Сука, вот пидор. Мое мясо. А рот ебал. А, зажарить меня сначала решил. Оставайся там. И готовь. Кого готовь? Себя готовь. Ну-ка, блять. Давай, сука. Да, убитый, ну. Ты будешь моей. А ты это, полезь за мной. Ну-ка, где тут шпатель, нахуй? Он же дурной, он полезет.
Так, давайте все хорошенько осмотрим. Здесь закрыто. Так. Давай тут не пшикай мне. Открыть, не открыть. Батареек там в любом случае нету. Так, лестница. Что-то я здесь вижу сразу несколько проходов, поэтому... О! Веселушка. Ладно, хрен с ним. Где батарейки-то? Меня больше волнует. Вот туда мне, судя по всему. Ну, значит, если та дверь открыта еще, то где-то здесь точно должна валяться хоть одна батарейка. У меня просто есть научная степень по нахождению батареек в психиатрических больницах. Опыт целых 4 часа. Эй. Так. Ладно, ты снимай. Все нужно заснять. Что это такое? Что такое? ВВВ, что-то там, что-то там. Документы. Бог и семья. Скварить не стану лгать священному служителю, но позвольте мне, по крайней мере, сказать, что я сделаю все возможное, чтобы повысить безопасность рабочих условий, и остальные сотрудники по достоинству оценят все, что вы делаете для наших пациентов. А, ну это вот этот вот отец, который сжег себя еще, к Иисусу приравнял и сжег. Где батарейки-то меня больше волнует? Они так и закончиться могут. Оба. Ну-ка. Ну-ка, ёпта. Вроде ничего не моргает. Но это еще не значит, что здесь ничего нет. Опять-таки. Вот реально как-то коряво сделано отражение, оно в темноте что-то отсвечивает. Какой-то дым, которого даже нет в комнате. А я могу их открыть? Не? Вообще не один. Допустим. А, это в шкаф спрятаться. Извиняюсь, что мучу вас это постоянными эпилептическими выключениями ночного видения, но я это того. Экономлю батареи. Так. Ну, батареек нет, что я могу сказать. Гнали сюда. Или он не погонит. Погонит, либо погонит еще как. Так. Сюда. 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 Вот так вот, по карнизику, аккуратненько. Ну-ка, опять нужно чекнуть чат. Я периодически буду вот так вот делать и чекать чат, потому что мало ли что-то упустил. Нет, ничего, отмена. О! О, бля. Прям около нас ходит, а? Ходит вроде. Так. Здесь вентиляция, я вижу. А здесь... А здесь ничего, я вижу. Здесь, даже больше скажу, здесь я ничего не вижу. Так, ладно. Полезли. Что еще остается?
Ай, ты батареечка моя ненаглядная. Пусти, сука, пусти. И ради батарейки я на все готов. Ну-ка, ебать. Ориентируемся, ориентируемся, мать его. Куда? Опа. Сейчас батареечку увижу. Он там должна валяться. Опа. Опа, давай еще осмотрим быстренько здесь. Чё как? Чё нет? Всё. Живём. Батареек не видать. Заперта. Сука. Теперь нужно вставить батарейку. Сука. Вот веселый чел. Ходит, за едой охотится. Пёсики. Ты пытаешься успокоить меня, чтобы мне было не так страшно? Спасибо. О, угу. Вот зачем эта комната сделана. Давай. Так, тут у нас ничего нет, ну так. Ну слышь, это нечестно. Тихо. Батарейки, блядь, где батарейки? Нету батареек. Заперто, все, мне пиздец. Кто третий зритель? Кто четвертый зритель, меня больше волнует. Хотя, в принципе, нет. Ой-ой-ой-ой-ой, май-май-май-май. Найн. Он на немецком кричит найн. Что, что, куда идти-то, ёпта? А-а-а. Так, и чё? Опа. Тя-тя-тя, бля. А, всё, понял. А? Понял, бля. Ну-ка, батарейку мне. Я подвиг сейчас совершил. Я понял, ребята, блядь. Я оставлю вас наедине. Тут два варианта. Либо они помогают ему проблеваться, либо он скоро умрет. Так, ну мне туда и надо. Ну ладно, заглянем сюда тогда. Давай вот так вот. Не? Попробуй. О. Он захлебывается, даже когда его голова не находится в толчке. Вот это косяк озвучки. Так. Заметки. Различные эффекты. Ну-ка, секунду. Так. Лиза или тот, кто найдет это, знаете,
что Мериков создают монстров. Я больше не видел прежних пациентов после сеанса этой немецкой так называемой терапии. Морфогенетическое кондиционирование намного хуже, чем я мог себе это представить. Может, они все еще оставались людьми, но что-то из них вырвали и напичкали много чего-то другого. Не все были убийцами, они были больны, но не были убийцами. Мерков сделал из них монстров. Доктор Розет сказала, что кондиционирование имело различные эффекты. Результаты были слишком непредсказуемы, чтобы делать какие-либо прогнозы. Я принимал бесконечные рассказы Рауля как пустую болтовню за чашкой кофе. Нужно было слушать его. Нужно было все, блять. Его ситуация чем-то похожа на контрольную. Вот сначала, блядь, не слушаешь учителя, а потом пизды отхватываешь на контрольную. А потом пизды от мамки отхватываешь, потому что... Хули, я кстати, это... Две тройки справил. Блядь. Выключи газ, пожалуйста, я не могу. Ну и выйди нахуй отсюда, дурак. А, ты, наверное, заперт. Ну не повезло тебе, я все равно не успел. Я, кстати, исправил две тройки по алгебре и геометрии. Теперь я полноправный хорошист. Можете поздравить меня с этим, да. Что-то я, блядь, не могу одновременно играть и формулировать мысль. И чё, бля, и куда? Ну? Ёпта. А, все, нашел. Туплю, пацаны. Ну-ка, тут чего? А тут? Ну, еще бумажки, конечно. Что-то слишком много их стало в Виста Балоуэре. Малоизвестные экологические аспекты человечества. Влияние на человеческое поведение. Потенциальное применение психологических препаратов в операциях политического характера широко известно, хотя это и не было изучено так тщательно, как можно было бы этого ожидать. Отдел по химическим исследованиям включает это в качестве цели своей программы, чтобы быть готовыми к оказанию поддержки или сделать возможным осуществление таких операций. Методы достижения успеха без химического вмешательства в политических операциях тоже включены в программу. На заметку, что-то там, вышеупомянутая записка МК «Ультра», адресована отделу технической службы для составления бюджета и авторизации продолжения исследований изучений доктора Рудольфа Вернике, секция 14866 и проекта «Валеридера». Скрытие из личных объектов исследований выказывает химический состав тела. Металлические бластомы, свидетельство подкожного окисления, которое указывает на тяжелую психохимическую дозировку. Господи! Могли бы просто написать, они набиты химозой, и все. Ну-ка, чё, блядь? Кто там долбится? Опять этот психопат? Ну давай. Ладно, это было неожиданно, но не прям пугающе. И чё? А, блядь. Это дятел. Там это, в двери нету червячков. Они в дубах. В деревьях, в стволах. Е-237. Что значит Е-237? Не просто же так оно горит. Я заметки никакие не сделал. Это. Ладно. Е-237 это, по-моему, пищевая добавка. Усилитель вкуса или что-то в этом роде. Опа, а во что теперь ты будешь долбиться? А, ладно. Мне просто интересно. Мне бы кажется, я сбил бы его с толку.
Ну, сука, ну я сейчас опять буду от него убегать, да? Опять кучу батареек пропущу. Хва. Здесь вроде бы как ничего нету. Да? Да. Уу. И рано или поздно я должен... Опа. Что я вижу? Ну, батареечку. Ну, самое время, по-моему. Так. Так. Опа. Вот туда можем попасть. Так, сюда мы заглядывали. Оба, вот сюда можем еще попасть. Можем, а значит... Да нет, ну что ты делаешь-то, ну? Вот так вот закроем. Сто пудов от него сейчас... Прикольно тебе. Да, блядь. Ёбаный в рот. Откройте KFC, он, блядь, голодный. Так, а тут у нас закрыто, да? Должно быть. Где я, блядь? Здесь тоже есть вентиляция. Сука! Опа! У вас соснул. Вот долбоёб, а? Батарейки нет, ну ладно. По-моему, я точно пропустил пару батареек. Не уверен, но... Но я знаю это. Вот почему вот здесь вот светло. А, ну здесь окна, наверное, нету. Ну и все равно здесь есть маленькое окошко, и здесь пиздец светло. А там нету окошка, и там пиздец темно. Ну я просто к чему. Окошко недостаточно, во-первых, чистое, чтобы через него проходило столько света. Во-вторых, так не бывает. О. К чему эта тревожная музыка? Я просто закрыл дверь, и она прекратилась. Так. Отчет о состоянии пациента проекта Валли Ридер. Фрэнка Манера. Не проведено, состояние активного двигателя морфокинетического кондиционирования минимальное, и только на самых высоких уровнях гормональной терапии 5 и 6 стадии в состоянии сна неоднократно возвращается к изображениям изоляции и предательства, нулевое состояние сознания. Симптомы. Тяжелые бронхиальные образования характерны для пациентов с историей употребления табака и марихуаны. Исключительно низкая активность в состоянии медленного сна. Заметки. Во время этого интервью Фрэнк весил 68 кг. При поступлении его вес был 103. Нихуя! Он был апатичным и почти совершенно не реагирующим ни на что, проявляя интерес только во время сценария 9-го паттерна гипнотизма. Терапии. Верники, касательно распития крови с груди спящих мужчин. А,
Распитие крови из груди спящих... Сука, ну как для... до этого можно, блядь, додуматься? Он продолжает отказываться мыться. Отсюда парикмахера заявляет, что если я не могу принять участие, то я не могу делиться. Чё? Рекомендовать принудительное питание для мистера Манера, если мы не сможем найти что-нибудь, что он любит есть. Психиатрические исследования Америки в проект Валли Ридер. Лечебница Маунт Мэссив. Я слышу, как он ходит. По-моему, я слышу, как он ходит. Блять. Я вас убить не... Да ладно, ладно, ладно. Надо же реально выжить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Телефон сквозь текстуру проходит. Ну, посмотрите, а. Так, ладно, перезарядим. И что делать? Я для чего вот здесь вот сейчас появился вообще? Я сделать что-то должен. А, я думал, она закрыта. Это выглядит как место, куда я не должен идти. А, ну сюда я не могу. Я тебя понял. Опа, 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 опа. Вот оттуда он выйдет. Сука. Тихо. Спокойно. Еще одна дверь. И здесь тоже ничего, да? Я сейчас батарейку увидел? Нет. Ага. Не сюда. Откуда он там вышел? Вот оттуда. Ох ты, сука, тупая! Как же ты там оказался-то здесь? Не ори. Здесь заперто. Так, в смысле? Здесь заперто, там заперто, везде ёпта заперто. Куда же идти тогда?
если везде заперто. Сейчас, значит, будем искать. Каждую камеру обыщем. Я специально хожу пешком, потому что мне кажется, он меня услышит. Чё? Открывать, спрятаться. Шоу. Так, он сейчас кушается. Заебёшь, ну? А? По-моему, я сейчас правильно сделал. Нет. Хотя... А? А здесь заперто, блин. А почему здесь заперто? А, хуй его знает. Так, куда? Куда идти? Ага. Ола. Ой, иди нахуй. Я не знаю, как я должен был тебя оббегать, но просто знай. Ты не прав. Батарейка! Ола. Блядь, ты беги, ты, блядь. Беги! Ой, долбанёк. Ребята, хелп, ебать. Чё делать-то, ну? Я что-то вроде бы обошел, все обошел. А выхода так и не увидел. Чё-то в этой серверной не так. Возможно, а может здесь просто батарейка лежит и все. Может вентиляция какая-нибудь? Да нет. Сука. Охуел. Сука, прячься! Он меня увидел или нет? По-моему, он меня достанет, если сюда зайдет. Я прям под фонарем лежу. Он ушел, походу. Сука. У меня такое ощущение, что он прям здесь ходит. Оба. Заглянем сюда. Здесь тоже ничего. Идем дальше. И здесь ничего. Куда я вышел? Чё-то я сообразить не могу. Сто процентов уверен, что именно я туплю. Но где конкретно я туплю? В чем конкретно я туплю? Я понять не могу. Мы сюда проникли. Проникли.
Вроде здесь пироходов никаких нет. Спокойно все осматриваем. Спокойно, но четко. Ничего не упуская. Не открывается, блин. А, блядь, да чё я так неправильно-то тебя слышу? Он как будто сзади был. Слышь, доктор, ебать, этот, не доктор, а мясник. Ты лучше показал, куда бежать-то, ну? А то непонятно ни хера. Ящик, нахуй, ящик. Да блять, ну не вижу я, ну куда? Сосай. Я не вижу, куда идти, ёпта. Надоело уже, ну. Кстати, мне же газ надо отключить, да? Я ведь правильно понял задачу? Мне нужно отключить газ. Тогда... Давайте пойдем по трубам. Да как, блядь, как ты? ICU, соси, ёпта. Видит он меня, видит. Я в шоке, блядь. Как ты меня видишь? Не хочешь мне сказать? Труба идет еще вот сюда. Ова, давай, ёбни меня. И побежали искать дальше. Тут ящики. Куда еще ведет эта труба? Вот сюда. Так. Она в свою очередь идет вот туда. Ну естественно, блядь, ну. Вот долбоёб, а. Может слиться нахуй, а то я целую батарейку просрал. Вот слепой долбоёб, а? Я думал, мне газ нужно отключить. Но в любом случае, следовать за трубами было бы правильной идеей. Так, ты долбоёб, он же сейчас пройдет к нам. Закрой тогда, закрой. Правильно? Да, там газ отключился. А ты да, а вот так вот, то есть, да? Угу. Я, блядь, не полезу туда. Не-не-не-не-не. Ну ладно. Тогда нужно выяснить, где еще. Шикай меня. Тогда нужно выяснить, куда мне сейчас идти. Правильно? Правильно. А, все, я понял. Куда, блядь? Да ты ж далеко был, по-моему. Что-то не так с аудио. Опа. Ту-ду-ду-ду. Да, хоть и рассмотрю тебя. Так, в трусах. С неплохим прессом. И где там твоя пила-то, блядь? Ты чем меня пилил? Что-то я не вижу. Куда дел-то? Сука, как пилить меня, так, конечно, есть.
И как участвовать в забавной сценке, так куда-то проебал. Так, а я могу... все, понял. Это сейчас была перегрузка. Это была она, я знаю. Так. Так, сколько я там уже стримлю? Такое ощущение, что уже вечность. Хотя вряд ли еще даже час прошел. Ну-ка. Сейчас быстро смотрю. Вот смотри, буквально мельком. Хова! Сколько там? Час 26. Ебать, а чё у меня микро-то зашкаливает? Ну-ка, еба, вот так вот. Чё, фанинг, бейнг, раннинг, гейминг? Нет, ты не можешь выключиться. Нет. Ну нет. Пожалуйста, блядь, ну не надо. Не выключайся. Что-то ебать пошло опять не так. Не отвечает. Не отвечает. Сейчас мы перезапустим. Ладно, все, что делать, я знаю. Даже если там сохранение прошло недалеко, или даже далеко, то что делать, я уже знаю. Сейчас быстренько, быстренько буквально. Моментально. Вот, все, продолжить. Фу, не, недалеко совсем. А, снимать, конечно же, все снимать. О, на улице, да? Бегаем теперь. Допустим. Хотя бы днем. Так, сейчас я, ебать, ощутю примерные границы территории. Кто-то бегает. Не, ну чё, на улице, блядь, не страшно, я от психа побегать. Что он мне сделает? Эй. Ну-ка. Тут дверь тоже откроем, чтобы не путаться. А, она открыта, нет? Ну вот не надо, блядь, не бывает такого густого тумана. Ни разу в жизни такого не видел. Блядь, что это было, сука? Я ебанулся? Или чего? Чё произошло там? Чё произошло? Куда я вообще, блядь, забрался? Тут замок. Сюда не надо. Так, это я куда-то спустился и чё-то нашел. А тут тогда чего? Блять, Месси. Откуда? Чё, блять? You were mine. Так. Ясно. Все. Ну-ка, напиши что-нибудь в чат. Макарошка. Чтоб я понял то, что он не завис.
Допустим, это я оказался где? Ты оказался здесь. Ага. Здесь у нас замок, здесь у нас замок. Сюда пробежал челик. А, вы с трубами, ебать. No more sickness. No more nightmares. Пока они не бегают за мной, все нормально. Ладно. Ну-ка. Чё-то не отписывается никто. Походу завис чат. Сейчас матерну. Полный экран. Так, применить. Нет, не завис. А чё, блядь, никто не пишет-то? Лена. Ребят, спокойней. Надо быть спокойней. И чё я должен, блядь, сделать в этой комнатке? Чё-то... Блядь, надоело. Не могут нормально мне сказать, куда я должен идти. Да? Нет. Куда? Куда? Ёпта. Вы же не хотите сказать то, что я не заметил прохода в этой комнате? Что сделать-то, блядь, я должен, но? Почему? В чем проблема? В чем беда? Алкоголь или еда? Куда идти-то мне тогда? Блять, сделали с игрой. Туда иди, ничего не подбери. Сюда нахуй приди. Дверь найди. Я же здесь был, блять. Я мог и не вернуться сюда. Не догадаться, что нужно прийти обратно. И опять куда идти, ну? Блять, надоело. А, вот. Что-то в этой части, в этом DLC. Постоянно непонятно, куда нужно идти. Рация есть, в которой нет батареек. Опа. Я в бездну нахуй прыгну или чё? Чё? Давай обнимемся.
А, нет, ты драться хочешь, тогда не надо. С драчунами не вожусь. Опа. Батареечка где-нибудь, пожалуйста. Опачки, даже так можно. А здесь чего? О, а здесь проход дальше, насколько я понял. Ну-ка, что у нас тут? Ребят, кто смотрит, напишите что-нибудь в чате, чтобы я знал то, что он не завис. Так, блядь. Ну-ка, да ёпта. Ты, ну чё? Заебал. Запрыгни. Ой, валенок, блядь. Так, ладно, здесь. Чё, да? В чём прикол? Для чего я сюда залез? Я же для чего ты это сделал, правильно? Если я залез... А, вот, батарейка, блядь. Ну, хоть так увидел. На ней, у моего, может, берю. Так. Хеликс, nervous. I would like to kill him. As would I. А, опять вы. Давай, поверни меня за точкой через эту хуйню. Ты же можешь. Тут нету. Все, 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 хрен нагнетать. Нагнетатель. Здесь заперто, ладно. Сука, злые и тупые. Вы меня не видите? Ебать, ну все ясно. Окей. Ты же не убьешь меня, правда? Душка. Спокойно, 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 спокойно. Лезет он, ебать, лезет. Ага. Знаешь что? Знаешь что? Ебал я ваш баскетбол! Тут заперто. А, нет. В смысле, а как? А-а-а. Сейчас я... Опа. Нормально так на свету тут можно батареек поднабрать.
Ну-ка, секунду. Так, нет, все нормально. Так. Бандикам. Уйди нахуй, бандикам. Заблуждение в лечебнице Валли Ридера. Курт. У нас есть еще один, и я не уверен, сможете ли вы определить это как расстройство, вызванное стрессом от соседства с душевнобольными. Так, охранник сверху из административного блока, наш последний работник, не являющийся пациентом, начал видеть сказки Верники. Он никогда не имел прямого контакта с двигателем морфогенетического кондиционирования, даже никогда не спускался ниже первого уровня здания. Это было бы большим нарушением протокола. Если бы врачи говорили о программе Валли Ридер в присутствии работника службы безопасности, маловероятно, что он мог придумать такую темную мифологическую историю сам. Это очень похоже на случай доктора Самуа или любого другого до него. Формально здоровый из медицинского персонала, попавший под влияние своих безумных больных, это одно. Но совсем другое, если эти убеждения создаются, например, из воздуха. Нужно поговорить с ним лично. Билл Линкс. Ебать. Так. Что у нас тут? О, бля. Откуда бежим? Вот оттуда, я так понимаю. А тут чего? Опять ничего. Для чего создаются, блядь, здесь эти коморки? Они же бесполезные, только с толку сбивают. Так, стоп. Там. Ладно. Так ну заебёшь, ну. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Пик. О! Веселушка, вот и Билли. Так, окей, а тут чего? Заперто. Это же радио. Закрасуй рот, не мог играть один, но теперь ты уже не сможешь ничего сказать. Ты решил меня убить? Поплатись за это. Сделай мне даже не сдохнуть прямо здесь, Парк. Сейчас что-то будет, да? По-моему, это голос свиноты. Свинота, камбэк. Давай.
сука. Охуел. Нормально. Вроде бы работник, ебать, помогать должен. Охранник, в конце... Зачем я это сделал? Мне просто не нравится боль. Может, ты пролезешь? Не... Давай. Ой, как у тебя все плохо с этими дверями. Давай. Эй. Ваш пед. На процесс экстренной эвакуации. Кого эвакуировать-то уже некого, блядь. Очень вовремя. Вернитесь к административному блоку. Еще одна... Так, ебать. Подожди. Это верхний уровень. Все, я понял, где мы. Ну-ка. Да-да-да, мы в тюремку сейчас, блядь. Проникнем. Во, да-да-да-да-да-да-да. Не болей! Да, привет, чувак! Мы с тобой уже виделись. Ну ладно тебе. Все не так плохо. Ты хотя бы защищен. Выкинутая прибыль. Чаще бы некоторые старые записи текст начала проекта Валерий, да кое-что привлекло мое внимание, ты наблюдал за проектом в 2010 году. Судя по всему, у вас было несколько случаев с женщинами. А, ну короче, это ясно. Почему мы не ставим эксперимент с женщинами? Всем известно, что психическое заболевание — это равное горе для всех. Будет неэтично упустить такую возможность. Искренне ваша Ера. Ну все ясно, тупая девка узнала о исследованиях. Ну ты пидор, ну. Ну петух, сука, ну как его еще назвать? Хотя, с другой стороны, тут вообще, блядь, не понять, кому доверять, кому не доверять. Но они же, блядь, работники. Психушки. Они же должны проявлять какую-то хотя бы инициативу, ёпта. Даже если здесь творится такое. Ай, как ты мне надоел уже, а? Надеюсь, здесь не будет батареек, потому что по дороге я собирать вряд ли смогу. Ну, беги. Это была мгновенная проигрыв... Чё я сейчас увидел? Растяжение травы? Или мне показалось? Здесь за... Чё? А, наверное, там завалено. Будем надеяться, что именно так. Не важно, что я не встречал никогда таких дверей. А, я просто здесь не пройду, потому что я не могу, блядь, переступить через несколько банок и пару железных балок. Я, блядь, слишком ленив для этого. Когда ночь-то успела наступить? И здесь все позапирали, слава богу. Больше не хочу. Ночью я уж точно не хочу бродить по этим локациям. Еще бумажки. Заметки. Вниз. Место выглядит как психиатрическая больница. Кто-то похожий на священника рисует инструкции на стене, рассуждает о Боге, говорит мне не бояться. Как же я мог быть частью этого бесчеловечного, движимого алчностью нравственного геноцида? Монстры мерков, пытающие умы.
Как далеко пойдут их черви-юристы, чтобы защитить интересы компании? Их же собственные работники были выпотрошены. Я никогда раньше не молился Лизе, но если какой-то там эгоистичный бог-интроверт слышит меня, пусть убьет Джереми Блэр до того, как я умру. Здравый смысл и жадность не существует боли, которую он не заслужил. Здесь нет радио, нет надежды связаться с миром. Нет надежды связаться с миром. Только побег. Ну, блять, побег, побег. Побежим, чё. А по документам жених. Ниже пупка нарезать и пришить на столе Гускина. Сделаю место и внутрь затолкну. Жених создаст себе жену. Блять, ну это бред какой-то. Нет, хуйню читать не буду. Вот отсюда, наверное, вылез мясник наш. Как я понимаю. Как я понимаю. Это пиксели. Охуеть, а что они тут делают? Что я делать-то должен? Пролезть куда-то? Ай, мать. И чё? Ай, ёпта. Я не уверен, что я должен это делать. Да ладно. Так, а знаете что? Знаете, ебать, что? А давайте-ка мы на этом закончим. А то что-то я это, домашку делать, все дела. 2 часика постримили, думаю, нормально. Спасибо всем, кто был на стриме. Так, наверное, завтра попытаюсь еще постримить, если смогу. Хотя, ну, скорее всего, смогу, естественно. Для вас я всегда найду время. Фух, ну, чё... Всем спасибо, всем пока.